Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Кировчане накопили на капремонт 4,5 миллиарда рублей. 2 миллиарда лежат на счетах фонда капитального ремонта Кировской области. Еще 2,5 миллиарда на спецсчетах, которые дома создают для себя отдельно. Несмотря на такие размеры накоплений, планы по капремонту не выполняются. В прошлом году из 600 домов удалось отремонтировать 300. На этот год и запланировали к ремонту 1000 домов. Чиновники сами признают нереалистичность планов, но вынуждены составлять их именно такими из-за методологий, утвержденных на федеральном уровне. Программа «Экономика». Кировчане берут ипотеку под 8%. Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре прошлого года достигла 7,75%. Это данные Кировского отделения ЦБ. Сейчас ставки уже становятся двузначными, и эксперты из-за этого ожидают спад спроса на жилищные кредиты. В Кировской области в прошлом году фиксировался рост. За 11 месяцев кировчане взяли в банках 33,5 миллиарда рублей, что больше уровня 2020 года на 14%. А чтобы снизить ставки, российские власти придумали новый способ. Корпорации Дом РФ хотят дать доступ к кредитным историям граждан и упростить банкам выпуск ипотечных облигаций под залог недвижимости. В итоге у банков должно стать больше свободных средств, что должно позволить им снижать ставки для надежных заемщиков. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Насколько поднять ценник, чтобы поднять зарплату сотруднику и не оказаться в проигрыше? Посчитать легко, если вы имеете представление о маржинальности вашего бизнеса. Если не имеете, пришло время поговорить об этом. Маржа – один из показателей для оценки финансового состояния компании. Как ее узнать, рассказывает наш эксперт в мире цифр, руководитель компании «Бухгалтер». Я Татьяна Максимчук. Маржа – выручка минус себестоимость. Показывает, сколько денег у вас осталось от выручки после оказания услуги либо продажи товара. Себестоимость – это если у вас торговля, закупочная цена товара. Если у вас оказание услуг, то это может быть, например, зарплата сотрудников, которые непосредственно заняты в оказании услуги, салон красоты – это мастеры, пекарня – то это повара. А маржа покажет вам, сколько у вас денег осталось после оказания услуги. А маржинальность – это когда мы с вами маржу разделим на выручку. И она покажет, насколько эффективно оказываются услуги, продаются товары. Принять решение осознанно – просто, когда все данные под рукой, в динамике и в разных разрезах. Автоматизация управленческого учета – это то, что даст их вам, как только понадобится. В Гугле, в Телеграме или в другом сервисе. Выбирайте сами. А специалисты по постановке управленческого учета в компании «Бухгалтер» и я на все вопросы и сомнения ответят по телефону 213-112. Экономика. И в завершении о валютах. Доллар на сегодня 76 рублей 69 копеек. Он прибавил 25 копеек. Евро вырос на 8 и стоит сегодня 86,91. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.